8 медалей разного достоинства завоевали серпуховичи на соревнованиях Лига карате. Турнир прошел в Туле. В нем приняли участие около 150 спортсменов из городов Тульской и Московской областей. В дисциплине кумите воспитанники Дворца спорта «Надежда» Роман Орлов и Максим Тарасов завоевали золотые награды. Серебро в активе Сармата Гусова, Дениса Рябова, Богдана Коваленко и Елизаветы Бенчак. На третью ступень пьедестала поднялись Даниил Шакин и Ярослав Красов.